верить в наше время. Нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно. На следующая тема, это может быть такая вот коротенькая, что всегда. Я говорю, свежая леска, свежая леска. Я и многое. Все, кого вы смотрите, если смотрите видео часто, то говорят, свежая леска. И вы знаете, что я противник дорогих лесок. Не люблю я, монофильные лески дорогие. Но я хочу их всегда свежими. Ладно, у меня другая история, что я их сам заказываю для розницы. Я примерно, у меня есть надежда, что я знаю. Уверенность, что я знаю, когда она, по крайней мере, наматывалась. То, что из завода идет, или из больших поставщиков. Но в магазине первое, на что мы смотрим, всегда, везде, это как блестит леска. Берем, скажем, любую леску, и она должна вот это железное, такой металлический блеск у нее быть. Металлический блеск, если есть, берем любую леску, у нее он должен быть. Потому и у лесок оставляется всегда вот одна, по крайней мере, какие-то дырки, вот даже в закрытой упаковке, везде всегда есть дырочки, чтобы вы видели, как блестит леска, потому что это очень важно. Всегда, везде. Если даже леска какая-то стоит, потому что такие диаметры, как там 0,2, 0,3 мне. Они могут спокойно стоять 2-3 года, ничего с ними не случится. Даже если там в магазине меняется где-то температура, еще что-то. Но если у вас нет уверенности, что леска там, она очень свежая, тогда всегда выбирайте в какой-то более-менее закрытой упаковке. Потому что воздух туда не попадает, и она хранится намного дольше, чем вот такие вот в открытых шпульках. Открытая шпулька, она всегда будет дешевле, она всегда будет, если вы знаете, уверены, что она в этом или прошлом году наматывалась, и блеск весь есть, все, тогда можно, конечно, брать ей в открытой шпульке. Но если малейшее подозрение, что леска может быть старая, и надо вот покупать, тогда старайтесь это покупать в закрытой упаковке. Даже, может, классом ниже, но она в закрытом будет. При одном дне рождения она закрытая упаковка через 2-3 года будет намного лучшем состоянии, чем даже классом выше леска, но в открытой шпульке. Мелочь, но очень важная.